Всем привет! С вами я, Иван Фабро, я рад приветствовать вас на своем канале. Ну что же, пришло время нашей рубрики «Подарок для подписчиков». Я приглашаю всех своих друзей, знакомых, подписчиков, зрителей этого видео принять участие в этом розыгрыше, так как у нас есть вот такой классный подарок, который мы будем разыгрывать 30 апреля среди моих подписчиков. Этот подарок нам предоставила Матюшенко Валентина Степановна, и фирма «Жалостоп». «Жалостоп» – это одежда для пчеловодов, от профессионалов к профессионалам. Это изделие высокого качества. Это удобство, гигроскопичность, воздухонепроницаемость, долговечность. Все эти свойства присущи одежде для пчеловодов «Жалостоп». Одежда производства «Жалостоп» сослужит вам хорошую службу. Качественная обработка швов и технологичный покрой позволяют изделиям служить вам значительно дольше. Одежда производства «Жалостоп» сохраняет вид и форму даже после длительного использования. Особенности одежды для пчеловодов «Жалостоп». Одежда производится исключительно из натуральной качественной ХБ ткани. Спинка двойная, что исключает возможность ужаления. Рукав куртки заканчивается трикотажной полуперчаткой, что не позволяет рукаву подниматься вверх и защищает руку от ужаления. Лицевая сетка отстегивается и откидывается назад, что очень удобно. Для защиты ног предусмотрены специальные бахилы. «Жалостоп» от профессионалов профессионалам. «Жалостоп» – это не только защита вас, ваших друзей, ваших гостей на пасеке. Это еще и защита ваших маленьких помощников. Начнем с условия розыгрыша. Для того, чтобы стать участником, нужно быть подписчиком моего канала. Для этого нужно подписаться на главной странице канала или под самим видео. Кстати, не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Участие в розыгрыше могут принимать все, но при условии, что победитель заберет подарок в Украине. Дальше. Нужно поделиться видео в социальных сетях. Там, где вы есть, там, где вы зарегистрированы. Это могут быть ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Facebook, Twitter и другие. Поставить палец вверх, мне нравится, и обязательно оставить комментарий, так как победитель будет определяться по комментариям с сервисом Tubers.ru. Ну, вроде бы все. Вот такие, я думаю, несложные условия розыгрыша. Ну что, друзья, вот такую куртку мы разыграем 30 апреля среди наших подписчиков. Это куртка пчеловода от Матюшенко Валентины Степановны, которая любезно предоставила нам такой классный подарок. Кстати, ссылки и контакты Валентины Степановны все есть в описании. Так что приглашаю всех поучаствовать в этом розыгрыше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях, комментируйте. Следите за новостями, так как в дальнейшем будет еще много-много интересных подарков, полезных для пчеловода. Все, всем пока, с вами был Иван Фабро, до новых встреч!